треть самарских домов уже подготовили к зиме. Об этом сообщили на совещании в мэрии. Работы продолжаются. В ближайшее время должны провести все гидравлические испытания, чтобы с наступлением холодов не лишать самарцев горячей воды. На сегодняшний день проходят гидравлические испытания для того, чтобы взять все порывы, особенно это Кировский и Самарский район, тепловые вода, чтобы не 25-го или 1 октября заниматься этими водами, а заниматься этими водами сейчас, график составить и на сегодняшний день двигать в этом вопросе. Сейчас заканчивают плановую перекладку тепловых сетей. Работы завершили на 13 объектах из 15. Остальные два начнут ремонтировать до 20 июля. Активно идет установка приборов учета теплоснабжения, но здесь, отмечают городские власти, очень важна командная работа с управляющими организациями. Не все управляющие компании дают доступ к общему имуществу для производства монтажных работ. Адреса по этим многоквартирным домам также направили в районы с просьбой оказать содействие. Для доступа к тепловым энергоустановкам в 103 домах и 3 новых детских садах на Ратнера, Алма-Атинской и Ташкентской нужно получить разрешение от Ростехнадзора. Необходимые документы уже составлены и направлены в ведомство. Мария Левина, Василий Колдашов, Николай Епифанов. События.